Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! С вами Людмила Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я хочу приготовить тушеную картошку с мясом или жаркое по-другому. Так, давайте будем готовить. Нам понадобится картофель. Картофель я заранее почистила и порезала. Луковица. Морковь одна штучка. Соус у меня татарский. Одна помидорка. Итак, начинаем. И еще. Вот нам понадобилось еще 500 грамм говядины. Она у меня потушилась в собственном соку. Теперь я добавила подсолнечного масла немного. Сейчас я его немножко обжарю и добавлю луковицу. Все наше жаркое уже готово. Добавляем лук. И начинаем обжаривать. Пока обжаривается, я натру на терке морковь. На крупной терке. И добавляем это все в мясо с луком. И опять все хорошенечко обжариваем. Нарезаем помидор. И добавляем сковороду. Здесь я поставила уже картофель на огонь. Сейчас закипит и будем перемешиваться. Так, добавим лавровый листочек. Теперь добавим немного татарского соуса. Я добавляю, чтобы она не была чересчур сладкой и пресной. Вот так. Так, посмотрим нашу картошку. Вот она уже кипит давно. Сейчас будем добавлять или наше жаркое.
перемешиваем. Все, теперь ставим на медленный огонь, убавляем. И пусть тушится. Картофель мы не солили. Сейчас я хочу посолить его. У меня соль с травами. Вот такая. Сейчас посолим. Ну все, достаточно. Итак, наш картофель готов. Добавляем укроп. Перемешиваем. И выключаем. Все, картофель наш готов. Такое жаркое у нас получилось. Пробуйте готовить вместе со мной. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. Пока-пока!